Ах, сама на городок, беспокойная я, беспокойная я. Всем привет, друзья, с вами канал Спорт М. Сегодня второй тур турнира «Золотые пески Самары», турнира по пляжному футболу команд Самарской области. Через 20 минут начнется первая игра второго игрового дня. Команды играют на полевом спуске набережной. Расположено такое вот тут поле. И игроки Крыльев Советов разминаются перед матчем. Показывают красивые бисиклеты. Здоровье, а также загородный комплекс «Циолковский», отдых для всей семьи в живописном сосновом лесу по системе «Все включено». Друзья, игроки Самарского баскетбольного клуба «Самара». Здесь они тренируются на самарских сборах. Проводят силовую подготовку. Выходят на поле команда «Новые люди» и «Крылья Советов 2». Три финала. Введение финального этапа пляжного футбола турнира «Золотые пески Самары». Также, дорогие друзья, сегодня мы приготовили памятные подарки для всех зрителей. Какой хлесткий удар тут же. Будьте активными, болейте. Делайте фотографии на память, выкладывайте в соцсети. Какой очень фактурный вратарь у Крыльев Советов. И удар мощного исполнения. Красиво. Штрафной назначил судья. Какой сейф. Хорошо. Спокойно. Пацаны подъехали просто через СФЛ. Началась вторая минутка. Встреча между командами «Новые люди» и «Крылья Советов 2». Какой гол? 2-0. Тем временем Крылья ведут 3-0. Только что головой забила команда «Крылья Советов 2». И повели 3-0. Практически без шансов для соперника. Отгоняй!
Давай. Ну! Ну, Андрей! 4-0. Серьезное преимущество. Этого уже хватает для победы. Как думаете, сможет ли соперник отыграться? Молодец, Витя! Молодец, Витя! Давай, это 5. Это 5-0. Судя по всему, это уже тяжело будет отыграться сопернику, и, возможно, такой и останется счет. Давай, давай, Юрок! Тем временем тренируются и баскетболисты Самары. Впереди у них очень долгий и точно уж нелегкий сезон. Поэтому летом надо набраться сил.